Чтобы сесть за швейные машинки в Сочи, эти рукодельницы прошли серьезный отбор. Из 300 участниц конкурса в регионах выбрали 17 лучших со всей страны. В их число попала и швея из Краснодара. В ходе финала швеи выполнят теоретическое и практическое задание, решат тесты и сошьют женское платье-халат из хлопчатобумажной ткани. На все про все 4 часа. Жюри будет оценивать квалификацию конкурсантов, технику пошива, нормы и правила охраны труда. А еще выберут лучших в домашнем задании. Оценят сшитую на региональном этапе конкурсантками вещь. В целом же конкурс «Лучший по профессии», говорят члены жюри, решает сразу несколько важных задач. Главная задача – это пропаганда рабочих профессий, текстильной и легкой промышленности. Конечно, важно сейчас восстановить профессиональное образование начальное во всех регионах Российской Федерации, ну а затем и готовить специалистов отрасли, потому что перед отраслью стоит еще очень большая задача – задача импортозамещения. В настоящее время легкая промышленность на 82,5% зависит от импорта. Победители и призеры конкурса получат не только памятные дипломы, но и солидные денежные призы. Так, обладатель золота увезет из Сочи 300 тысяч рублей. И звание лауреата национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Рабочие профессии индустрии моды».